Всем привет! Вот наступил тот день, когда мы будем слушать Басту. И многие меня просят послушать его песню под названием «Выпускной». Что хочу сказать. Баста по авторским правам обычно не проходит. Вот, будем надеяться, что этот пройдет. Но в связи с тем, что все просят и говорят, вот вы, значит, XXXTentacion'а послушали, там нарезали и так далее. Ну, как бы, я не знаю, кому понравилась нарезанная песня, которая была просто вырезанная кусками, мои слова. Вот. Ну, попробуем, вот, если вдруг вы увидите, что эта песня нарезанная, значит, она не прошла по авторским правам, мы ее выпустили в усеченном варианте. Если же она будет вся, то значит, авторские права нам позволили ее послушать с вами вместе. Итак, Баста, «Выпускной». Скажи мне, Зинаида Михайловна, а почему ты не ходишь со всеми рассвет встречать? Так это они встречают. А я Ванечка провожаю. Песня в тему, да? Только недавно закончилась у кого-то школьная жизнь. И началась взрослая. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я. И купит он мне в сердце не стрелою, дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплитур за Юлей. Амурный клюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Ну как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал, Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Такая добрая, хорошая песня. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс. Папа с мамой в стрессе весь болезненный. Потерял вес и килограмм 10. Не пьет, не ест. Вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля. И мы с ним кровные враги, Юля. Потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Пусть их рассудит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал. Заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех. Так, знаете, вот я когда не комментирую, значит, мне интересно просто посмотреть. Я тебе посвятил эти стихи, мой самый первый трек из них. Хит всех выпускных. Ведь время не днями рождениями, даже не Новым годом мире. О! Дети уходят и меняются, и не всегда в лучшую сторону. Взрослеют. А я их хочу такими запомнить. Ну тише, тише, Зинуль, ну что ты расклеилась?
кого. И пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Такая красивая концовочка. Чё, хорошая, добрая песенка. Вот хочу, знаете, про что? Вот недавно я слушала про выпускной. Забыла, кого я слушала про выпускной. И я высказала Фия, потому что там все упились, и вообще там было черти что, и кровь, и все на свете. И я сказала, что и не надо так, можно покрасивее рассказать про выпускной. А вот и мне написали, что я отстала от жизни, что именно так и происходят выпускные. А вот так что не происходит? Ну вот, вот тут вот приличный, нормальный выпускной. Красивая песня, красивые картинки. И про любовь все хорошо сказано. Не, без всяких там гадких слов и так далее. Вот. Ну, знаете, баста это баста, поэтому многим далеко до него. И, собственно, поэтому у него такой выпускной, в отличие от других. Вот. Мне все понравилось, и клипы, и песни, и слова, и картинки, и девочки, и мальчики. Молодцы!